Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Бэтмен. Так, эпизод 4 продолжить. Итак, мы навестили семью, где произошло убийство. Вышли даже из психиатрической лечебницы Аркхэм. Вот. И как понимаем, в городе царит хаос и беспорядок. Ну, под видом порядка, естественно. Значит, ваш бэт-глушитель просто не сработал? Нет, и у меня плохое предчувствие, что это не совпадение. Если бы не светошумовые гранаты Люциуса, то даже не знаю, что бы я делал. Люциус, не мог бы ты подойти к бэт-компьютеру? Я хочу кое-что обсудить с тобой. Сейчас буду. Давай посмотрим на тебя поближе. Так. No damage on the microfiber. Микроволокно не повреждено, регулировка сцепления в пределах нормы. Так, изучите дрон, чтобы определить его происхождение и сделанные модификации. Как-то крутить это можно? А, во. Так. Давай удалим боковые панели. Функциональность EVM на доступном уровне. Давай вот это, центральную панель. Электропроводник, похоже, работает. Это просто не имеет смысла. Странно. Этот микрочип излучает узкополосный приемный сигнал. Но он не должен. Как те, что вы отключили в полиции? Вроде того. Но ведь Люциус следит за Уэйн тех, в которую проникли дети Аркхэма. Это что-то другое. Я здесь, что случилось? Взгляни на это. Боже, кто-то нашел способ обойти мои меры по усилению безопасности. Не просто кто-то, Освальд Кабалпот. Мне так жаль, Брюс. Если бы я только был в Уэйн Энтерпрайзис, может, я смог бы что-нибудь сделать. Так. Что за бардак с этими дешевыми каблпотом в центре? Так, просто сосредоточься на том, как это исправить. Так. Ты не мог здесь. Так, ты нужен был мне здесь. Давай, вот первое. Сможешь исправить? Не трать время на самобичевание, Цивис. Просто сосредоточься на том, как это исправить. Ладно, ладно. Похоже, что он ввел в вашу сеть какую-то ошибку. Именно так он и создает неисправности в работе оборудования. Пока да, но если он будет продолжать, то сможет получить полный контроль над вашей техникой. Господи, это вот... Этого не надо, полный контроль. Милорд, это станет настоящей катастрофой. Ты можешь что-нибудь сделать? Я могу поработать над вашими... Кем? Брендмауэрами. Но если я сделаю что-нибудь заметное, он узнает, что мы за ним охотимся. Так... Давай перевернемся. Так. Будь осторожен. Давай вот это. Я устал все время защищаться. Вместо этого можем ли мы напасть на него? Не уверен, но я, конечно же, посмотрю, что могу сделать. Спасибо, Люциус. Хэм, Брюс, Люциус, вы захотите это увидеть. Что это? Мои усилия по восстановлению порядка в этом городе приносят... Плоды. Отчеты показывают снижение активности детей Аркхэма. Но эти усилия не пройдут даром. Что-то он сказал пару слов, а там текст ни хрена был. Поэтому я официально конфискую поместье Уэйнов, чтобы богатство коррумпированной элиты Готэма могло послужить лучшим целям защиты обычных граждан города. А вот сейчас вот я не понимаю, как это так? Мэр конфискует собственность,
якобы коррумпированы, потому что еще не доказано ничего. Просто приходит, отбирает собственность. Ну и как-то хочет на благо города. Как один дом может послужить на благо города, когда в нем будет сидеть сам он? Че он как? Если ему хорошо, то ему всю городу будет хорошо, или как он считает? Непонятно. Ладно, продолжаем. И мистер Уэйна есть 24 часа, чтобы вывести свое имущество и сдаться городу. Или он будет выдворен. Че за идиотизм? Все из-за бабы. Вы не можете позволить этому эгоистичному маньяку выкинуть нас на улицу. Мне нужно с ним поговорить. После того, что случилось на дебатах, может быть, Харви не самый большой поклонник Бэтмена, но он не может отрицать то, отрицать, что вы оба пытались спасти город. С другой стороны, возможно, Брюс Уэйн сможет достучаться до него на более личном уровне. Никакому личному уровню. Поведение Харви непредсказуемо. Так. Конечно, как Бэтмен, нахрен. Сегодня Бэтмен спасен Брюса Уэйна. Давно пора, я только надеюсь на это. Конечно, на это надеюсь. Просто люлей ему дадим, потому что смысл разговаривать, как это, Брюс Уэйн, я вообще не вижу. Не надо это... Это был правильный поступок. Конечно, правильный. Просто не могу изменить решение. Опасно стоять там. Было бы так просто поскользнуться и упасть. О, Бэтмен! Какой сюрприз видеть тебя на моей крыше. Ты зашел слишком далеко, оставь Уэйна в покое. Уэйн? Все это по поводу той конфискации его апартаментов. А что ты будешь делать? Сломаешь мне ноги? Или, может быть, ты собираешься просто бросаться угрозами? Так. Это не в моем стиле. Нет. Что ж, тогда, полагаю, мне надо начать молиться. Смешно, думал, что эта ситуация с Уэйном будет немного проста для тебя, Бэтмен. После всего, что Брюс натворил, зачем мне делать что-то для него? Так. Чтобы спасти свою репутацию. Ты сходишь с ума, и все замечают это, Дент. Ты хочешь спасти меня? Я защищаю всех. О, правда? Уэйн — это просто еще один крученый мяч, который подбросил мне этот глупый город. Хилл и его бандиты Уэйн, дети Архэма, ты... Я наконец-то начинаю понимать, видеть, насколько Готэм болен. Чтобы спасти Готэм, мне нужно сделать что-то плохое, прежде чем ему станет лучше. Все готово. Давай. Что ты наделал? Наркотики леди Архэм уничтожены? Мы потеряли много наших ребят, здание по соседству. Боже правый! Да, но этот взрыв оказался намного больше, чем вы говорили. Нам нужно было заранее эвакуировать целый квартал. Мы остановили детей Архэма, это все, что имеет значение. Вот что делает лидер. Похоже, мне следует поблагодарить тебя за эту зацепку для полиции. Так, признавайся сейчас же. Ты убил их. Сделаем очевидные вещи. Меня не волнует, каким были твои конечные цели. Жизнь даже одного невинного — это слишком большая цена. Тогда ты рассуждаешь слишком узко. Сомневаюсь, что полиция увидит это в таком свете. Полиция? Умные уже ответили мне. Другие? Что ж, я думаю, Гордон уже стал прекрасным примером того, что случается с не
самыми умными людьми. Держу пари, он хотел бы просто выдать мне местоположение склада наркотиков, когда я спрашивал. Что ты сказал о Гордоне? Да бросай его, ты-то на плаще улетишь. Где он? Получай то, что заслуживает. Ты так любишь громко и страшно кричать. Так. Если ты хочешь спасти город, вот как ты это должен сделать. Мне стоит разорвать тебя на части прямо сейчас. Ты можешь, но это не вернет. Сейчас он уже стал очередным трупом на аллее преступности. Ага. Че он с аллеей преступности-то приплюсовал-то? Знает за нас, что ли? Оставь! Отстать от Уэйна, да? Ты бы и так не отстал. Давайте прокатимся, господа. И так бы не отстал. Смысл? Мы же помним по ролику, что он в любом случае ворвется. В особняк. Что за черт? Мэр Дент говорит, что вы препятствуете защите города. Дент промыл вам мозги. Нет, он пытается помочь. Дети Архама вышли из-под контроля, и никто не делает необходимого. Как они вышли из-под контроля? Какие дети Архама, если у них первоначально они были бесподконтрольны? Так, о. Сейчас мы нахреначим. Давай. И все? Бэтмен! Да, сэр. Какой кошмар. Спасибо, Бэт. Оставь благодарность и объясни мне, почему я только что наблюдал, как половина города взлетает на воздух. Дент взорвал склад с наркотиками, в месте, которым я тебе указал. Ты обвиняешь меня в чем-то, Бэтмен? Просто скажи. Давай. Так, я тебя не виню, кто-то рассказал Денту. Из-за тебя... Нет, ты точно не виноват. Я тебя не виню. Давай, я тебя не виню. Давай, успокойся, Джим. Он говорит, успокойся. Двое моих офицеров только что хотели меня казнить. Отдел кишит крысами, а ты тычешь мне пальцем. Расскажи мне. Когда я вернулся в участок, у Дента уже была информация. Он выбил ее из комиссара Грогана. Я зад почесать не успел, а меня уже притащили сюда. Позиция Дента делает его опасным. Он убедителен, и у него есть власть. Дэн думает, что делает лучше для Готэма. Да какой лучше, вы чё? Казни и военное положение. Знаю. Я всегда считал его другом. Но его уже не спасти. Нет такого мира, в котором он сможет установить это право. Так, спасти его не моя работа. Всех может быть... Нужно его остановить. Давайте остановим, потому что он уже... уже совсем фляга свистит. Нельзя надеяться на бешеную собаку. Нам следует запереть его и выбросить ключ. Гордон это запомнит. Боже правый. Вот к чему все пришло. Да, именно так. У нас много работы. Всюду чертов бардак. Но нам нужно с чего-то начинать. Так. Увечная армия Харви. Остановить леди Архам. Ну-ка, давай, вот. Гроган поможет нам. Эй, Дент все еще мэр, а Гроган правильный полицейский. Гроган уважает тебя. Ты умен. Заставь его слушать. Послушать. Да. Однако сначала нужно разобраться с этим. Мы справимся, Джин. Я рад, что мы на одной стороне. Ой, а я-то как рад, что у меня хотя бы кто-то есть в городе. Звук машины. Люциус, что там у нас? Я догадался, как он создает петлю обратной связи. Он как-то подключил компьютер, черный ящик к вашей зашифрованной сети. Боже, это словно цифровой таран. Если так пойдет дальше, он может в любой момент пробить
Брандмауэры, бэт-пещеры. Он получит доступ к бэт-компьютеру. Боюсь, это еще не самое худшее. Ал? В данный момент мистер Дент приближается к особняку, причем не один. Уже? Ой. Надо ускоряться. Сэр, с вами все в порядке? Пингвин усилил хакерскую атаку такими темпами. К утру вся моя техника будет под его контролем. Единственное место, откуда он может вести взлом, это Ойн Энтерпрайзес. Так. Остановить двухликого. Я должен помочь дворецкому. Так. Боже, Бэтмен не может быть одновременно в двух местах. Я еду домой. Понял, до встречи. Я не брошу тебя на произвол судьбы. Хоть ты и можешь за себя постоять и подстрелять, но я тебя не брошу, потому что ты хороший. Not one step further. Больше ни шагу. Oh, come on, Al. Ну же, Ал, опусти винтовку. I'm not gonna hurt you. Я тебя не обижу. Somehow, почему-то я вам не верю. Back away, please, all of you. Jesus, Al, it's me, Harvey. Так. No, not the Harvey I know. The Harvey I know would never have massacred innocent civilians. He isn't a murderer. Так. When a general sends his troops to kill the enemy, no one calls it murder. Так, Пингвин все еще пытается взломать мою технику. Наверное, придется работать по старинке. А так бы я техникой бы помогал бы ему. Молодец! Красавчик! Одобряемс. Давай, что у тебя там? Опять ты! Я думал, мы это уже обсуждали. Время для разговоров прошло, как и твое царство террора. Что ж, чем это кончится? Я хочу разрушить этот дом, а ты хочешь мне помешать. Ах ты, пада. Так, ударю, ты сдашься полиции. Я тебя ударю. Кончится тем, что я тебя ударю. Взгляни на меня, Бэтмен. Думаешь, я боюсь боли? Еще как. А теперь вон отсюда, пока я тебя не упаковал за препятствие правосудия. Ты стоишь у меня на пути. Ты стоишь на пути у закона. Ты не закон. Запомни это. Ой-ой-ой. Так. Что еще? Это тебе хватит, Харви. Я знаю. Ай-яй-яй. Ты знаешь, что это такое? Взрыв пакеты. Спорим, в твоем ремешке таких не найдется. Давай. Ой-ой-ой-ой. Что ты мне покажешь? Что ты мне расскажешь? На. Куда еще? Попробуй спрятаться, Бэт. Увидим, что из этого выйдет. Давай. Ну ни хрена, я прыгун. Размажь его. Нет, Бэт мой. Так. Давай, вот так. Боже, давай. Смотри, что будет. Он нас пристрелит, по ходу дела. Старику пора подыхать. Чё, всё, что ли? В голову или в сердце?
Давай. Что это за звук? Что за... Господи. Они у меня все это время были? В укрытие. На. Ты же не боишься боли. Ой, на, получи поддых. На. Хренач его. Так, я ранен. Я сделал, что не так? Так, игра окончена, чтобы повторить попытку. Я делал. Так. Еще раз нападем на это чучело с глазами. На! На! Давай. Так. Получилось. You don't understand, Batman. Ты не понимаешь, Бэтмен. Без меня Готэм обречен. Gotham is doomed. Who will stop Lady Arkham? Don't you? Ты никогда не был нужен Готэму. I know you're still in there. I still believe. Я все еще верю в Харви Дента. Рад это слышать. Ты задушил, надеюсь, его? Слава богу, что наконец-то остановили. Отличная работа, Бэтмен. Дело еще не кончено. Я должен найти Леди Аркхэм, пока не поздно. Здесь я сам разберусь. Надо просто понять, что с ним делать. Что, закройте его? Ему погубили столько... Так, он погубил столько народу, что его надо бы засадить в тюрьму Блэкгейт. Но там, наверное... Он только еще больше спятит. Так, ему самое место Блэкгейт, скорее всего, поместить в лечебницу. Давайте, в Аркхэм. But that broken mind of his probably only get worse in there. Dan is too dangerous. Дэн слишком опасен, слишком безумен, чтобы держать его в камере. You have to get him into Arkham. Давайте, в Аркхэм его несите. Ну да, вы правы. Я посмотрю, что смогу сделать. А тем временем берегите себя. Идет? Too, вы тоже, Джим. Уводите эту падаль. Я пошел переодеваться. Переодеваться. Он весь в крови. Люциус, Ал, что происходит? Брюс, компьютер! Я делаю все, что могу. Но мне не удается остановить проникновение. Это пингвин. Надо срочно отрубить аппаратное оборудование. Брюс, к этому компьютеру подключена вся бэттехника. Если его отключить, вся техника выйдет из строя. Ничего страшного. Если пингвина взломает, он получит полный контроль. Отрубаем. Быстро. Ничего страшного. Глаза-то померкнут, нет? Эпизод 4. Страж Готэма. Что, закончился? Пообещали ли вы Джокеру услугу? Так, многие пообещали. Ну, 50 на 50. Так. Что еще? Ну, я же сказал 50 на 50. А, вот так, дальше. Как вы выбрались из Аркхэма? Так. Вы, игроков, решили воспользоваться своим богатством и обратиться к адвокатам, чтобы они вытащили... Нет. Как вы преодолели блокпост? Хрен его знает. Тут бы подписано было бы. Конечно, в качестве Бэтмена пошел. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Вот, потому что мне уже прислали, что хотят другую игру посмотреть про зомбиков. Что ж, мы будем ее качать, будем проходить. Вот.
Я когда-то в нее играл давным-давно. Ну что ж, будем вспоминать про этого зомбиковскую игру. На этом все. Пока. Увидимся уже в 5-м эпизоде.